Сегодня в Гомеле прошла традиционная выстава «Кукла». Штогод 25 снежня майстры из усёй Беларуси демонстрируют свои авторские работы. У жизни человека ляльки были напевно завсёды, причем часто они использовались не только в якости цацак, але и як обереги. Что тычется непосредственно проекта «Кукла», то он існує 3 года. Правда, за пандемией коронавируса сёлета колькость удельников организаторам пришлось обмежовать. Свои работы на этот раз представили 20 майстров. На специальных подставках – ляльки, мишки Тедди, коты, герои знакомитых киностужек. Фантазию, как и выбор материалу, никто не обмежевывал. Сярод наибольш распаўсюджанага – текстиль, войлок, пластик, фарфор. Усё гэта зараз можно набыть у специализованных крамах. Выстава, яку можно назвать святом сапраўдных майстров, мае некоммерцийный характер и проходит на протягу всего 1 дня. Тяжело собрать достаточное количество мастеров, и все зависит от денежных средств. Мы создаем эту выставку своими руками, своими вложениями, и не имеем с нее финансового дохода. Если у нас появится какой-нибудь спонсор и меценат, у нас, конечно же, будет больше возможностей, и мы можем радовать своих зрителей и 2, и 3 дня.